А в Астане школьница упала в колодец. Девочка не заметила под снегом открытый люк. Ребенка из ледяной западни вызволяли случайные прохожие. Держись, не плачь, не плачь. Сейчас дядя спускается за тобой. Подожди. Крики девочки услышал один из родителей, приехавший в школу за своим ребенком. Вскоре к колодцу подоспели и другие взрослые. Они вызвали спасателей, но, не дожидаясь их приезда, начали операцию по вызволению девочки. Третьеклассницу с симптомами переохлаждения доставили в больницу. Известно, что инцидент произошел возле физико-технического лицея в Астане. И по некоторым данным, родители учеников уже неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой закрыть люк.